Всем привет! Привет, друзья! Сегодня у нас очередные мои разочарования. Практически все, что я вам покажу, это верхняя одежда. Я покупала ее в течение нескольких месяцев. То туда забегу, увижу, куплю, то в другой магазин. Все куплено в секонд-хенде. Приятного вам просмотра. Знаете, что я вам покажу? Это вот такое пальто. Скорее всего, это пальто. Не жакет, не пиджак. Пальто. Оно немножечко приталенное. Чем вот, кстати, мне оно почему-то вот и разонравилось. Никак не могу его на себе увидеть с чем-то еще. Фирмы нет вообще никакой, все бирки отрезаны, качества тоже нет. Оно вот выглядит поближе, сейчас я вам приближу, посмотрите. Рукав у него 3/4, то, что мне понравилось, это сразу меня зацепило. Рукав 3/4. Но на мой взгляд, оно мне... Ни жакетом, ни пальто. Непонятно, вот такая длина, которая мне непонятно, с чем его носить. И на мой взгляд, длина вот эта, то ли там должен быть поменьше рост, то ли наоборот повыше рост. Но так как оно приталенное, то очень сложно определить. Надену, покажу. Ну, это, скорее всего, будет накидка. По-другому я не знаю, как ее назвать. Очень легкая ткань, очень легкая ткань. На бирке написано 100% полиэстер. Оно безумно легкое. Такая, знаете, вот сумку завернул, ладно, накинул. Здесь, видите... Рукавчик длинный, но вот есть такая пуговка, где можно его укоротить. И вот посмотрите, чем оно меня зацепило. Тем, что оно может быть на любой размер. Абсолютно на любой размер, потому что оно, видите, здесь завязывается. Шнурочек. Вот так оно внутри выглядит. У него капюшончик. Цвет у него темно-темно-синий. Кармашки. Здесь тоже кармашки. И вот оно мне этим понравилось. Тем, что его можно... Во-первых, темно-синее. К много чему подойдет. Плюс то, что оно, видите, очень... Можно его на любой размер. Жакет из магазина Humana, винтажная.
Жакет винтажный. О, даже чек. Еще. Чек вот. Покажу вам фирму. Вы уже его, если кто-то помнит, видели. Я его в каком-то из городских влогов показывала. Мимо пробегала, там по делам была и забежала в магазин. Я несколько раз на него смотрела. То есть я не с первого раза его купила. Можно сказать, со второго, когда была цена уже 30% скидка. Я не знаю, чем он меня зацепил, но вот он мне очень понравился. Но теперь я уже тогда вам говорила, что мне плечо большое. И я не знаю вообще, надо ли, не надо. Вот посмотрите, очень красивые пуговки. Вот такие. Очень сельская тематика. Тут надо обязательно 3/4 рукав делать. Потому что подвернутый рукав даже не очень красиво смотрится. И обязательно зауживать плечо. Это еще денежное вложение, поэтому я не знаю, надо ли или нет он мне. Хотя он мне на самом деле очень нравится. Если, конечно, его доделать под меня, то, возможно, будет хорошо. Надену, покажу вам. Пока я мерила, сочетала, мне показался очень интересным образ, который я сейчас вам покажу. Чем он интересен? Тем, что винтажный жакет, низ, джинсы и криперы. Опять-таки криперы. Можно, кстати, и ботинки сочетать. Вот у меня мои Монтана. Но именно криперы, они по цвету подходят. Они вроде визуально массивные. Но мне показался очень интересный образ. Я вам сейчас его покажу. В этом образе, друзья, может быть спорным белый топ. Вот этот момент может быть спорным. И как вариант, прошу вас придумать, что же все-таки в этом образе будет вместо белого топа лучше смотреться. Именно жакет винтажный, джинсы бойфренды, тоже винтажные, кстати, и криперы. Ну или хотя бы не криперы, а хотя бы ботинки мои Монтана. Надену их, кстати, сейчас, покажу вам с ними образ. Выбор, купить либо эту вещь, либо обувь. Такую, знаете, очень хорошую фирму обувь, абсолютно новую, очень удобную для работы. Но почему я выбрала эту вещь, а не обувь, я не знаю. Вот такой кардиган, друзья. Размеру мне неплохо, рукав длинный, на самом деле, я надену, покажу вам, вы увидите, рукав длинный, надо его подворачивать обязательно, но вот я, знаете, тоже опять-таки 2 часа, первый день привоза, киломакс, 35 евро килограмм, я хожу вот так, его прижав к себе, и хожу и мучаюсь. Ничего больше не нашла красивого, то, чтобы, на мой взгляд, мне подошло, меня украшало. Но вот это сразу, вот, придя домой, я его, конечно, повесила. И вот хожу вокруг него уже, наверное, сколько? Ну, почти 2 недели. Меряю его, смотрю. Мое разочарование.
еще, друзья, одно мое разочарование – это вот этот джемпер. Я показывала вам в одном из видео, последнем по влоге из примерочной. Я его мерила, я его купила. Мне очень понравился цвет, мне понравилась вязка, абсолютно простая. Фирма вот Primark. Ну, вы знаете, мне хотелось его как базовую такую вещь купить, уже когда попрохладнее будет, чтобы с чем-то вот сочетать, но я не могу его ни с чем сочетать, и это тоже мое разочарование. На мой взгляд, самое интересное сочетание – это вот этот образ с этим. Это платье, криперы. Вот, на мой взгляд, криперы, не белые кеды. Вот я показала вам, друзья, все свои разочарования на данный момент. Пока что у меня больше нет разочарований, потому что у меня из последних покупок, которые я вам еще не показывала, мне все очень нравится. Уверена, у вас есть другое мнение, свое мнение, и мне оно очень интересно. Спасибо за просмотр, и пока-пока, и удачи!